Добрый день, друзья! С праздничком вас! Ну вот мы опять в эфире. Решили. Сегодня воскресенье, делать ничего нельзя. Тем не менее, взяли благословение. Лучше, как говорится, работать, чем грешить и соблазняться чем-то. Прости меня, Господи. Поэтому приехали в Бонякова. С хорошим братом, с которым я познакомился не так давно. С мужчиной из Армении, кстати, тоже нашим прихожанином. Вот. Он узнал, что батюшка заболел, говорит, я все равно, говорит, помогу, чем могу. И вот мы с ним приехали в Бонякова косить траву. Вот он, мой брат, который из Армении приехал, чтобы помочь нашему храму, нашему батюшке. Батюшка приболел. Звать его Армен с Карабаха. Так что, ребята, до этого был узбек с Узбекистана, который тоже помогал нам, нашему храму, нашему батюшке. Скажи что-нибудь, брат, для канала Ютуба. Ну, что сказать? Миру мир. И это правильно. Храни вас, Господи, друзья. Приходите в храм хоть по часу в неделю. Приходите, помогайте. Работа всегда найдется. Просто это, я считаю, не очень хорошо. Простите меня, грешного. Храни вас, Господи. Храни всех христиан, Господь Бог, Иисус Христос. Всех мусульман, Аллах. Всех остальных. Будда и так далее и тому подобное. Слава Господу!